Друзья, всем привет! Привет, сестра Вэви! Те, кто меня смотрит в Инстаграм, они знают всю эту историю. А для тех, кто на Ютуб, моих любимых зрителей, я хочу рассказать предысторию. Мы планировали поехать на Халкидики, провести там несколько дней. Но наш отпуск сорвался по всем параметрам, потому что в Уласе до сих пор не восстановилось все и долго будет восстанавливаться после этого потопа. У нас воды нет и обещают еще минимум 2-3 недели, что ее не будет. Вот, хотели хоть на неделю ехать, у Костаса отпуск, но его вызывают на работу. У нас всего 3 дня, потом будем что-то думать. И, в общем, мы выехали на Халкидики по плану. Это мы планировали вообще заранее. Доехали, не доехали до Ларисы, нас полицейские развернули, потому что вышла с берегов река, Ларису затопило, окрестности тоже, и вода движется в сторону Волоса. Это было вчера. Вот. И мы, в общем, быстро переиграли, поехали в Турафин, ехали не знали куда, я быстренько открыла букинг, посмотрели. И 300 километров от Волоса есть через мост остров Эвия. Мы как-то ездили на него, можно на пароме от Волоса. Это второй по величине остров в Греции. Он тянется от Афины почти до нас, до Волоса, до Северной Греции. Ну, фактически это бывший материк, который отделился от суши в свое время и называется остров, так как мы изучали, если суша омывается со всех сторон водой, это остров. Вот, и мы быстренько забронировали отель и отдыхаем здесь. Так что, в общем-то, мы в принципе просто отдыхаем, моемся, едим, спим и немножко путешествуем, плаваем в море. У нас входит завтрак, шведский стол, в нашу стоимость 63 евро, на букинге 71 стоимость нашего номера с завтраком. Также есть бассейн, возле которого можно и покушать, и попить кофе. Температура стабильна 26-27, воды примерно такая же. Ну, то есть для отдыха есть все необходимое. Гранаты поспевают. Уже вот-вот будут продавать. Они спеют везде по-разному. Одни быстрее, одни дольше. Сколько много, да? Мы приехали в деревню Эретрия, недалеко от нас. Здесь порт, большая набережная очень. Море сегодня прекрасное. Погода 26, море 26, может даже выше. Там таверны, рестораны, кофейни, все, что положено для Греции. И здесь есть островки, есть вот такой остров. И вот такой островок, на который есть мостик. Сейчас я туда пойду. Костас поехал туда на машине, я вышла. Такая красота. Отдыхаем хорошо. Сегодня одела рубашку, когда-то в Таиланде покупала. Отличная как раз для жары. Ну, жары как таковой нет, но и лишнее солнце уже не хочется получать. Современный малый город Эретрия находится на территории одноименного древнего города 4-5 век до нашей эры. Его набережная характеризуется тем, что тут много красивых островков. На один из них можно вот пройти через мостик. И очень много древних руин. Вот такое все разрушенное, конечно, но это пещерка. Ой, сосной пахнет. Есть пляжик с другой стороны, небольшой, и дальше калитки. Ну, вот такие разрушенные какие-то дома, остров себе остров.
символ острова, церквушка. Здесь повсеместно вот такие набережные. Кстати, море отличное. Я как-то к Эве относилась так скептически, а в принципе и неплохо. Островок вот этот напротив. Людей мало. Сегодня воскресенье, завтра еще меньше.